Функционирование правового государства является одной из важных исторических задач современного общества. С момента обретения суверенитета в правоохранительной сфере Казахстаном проводятся многочисленные реформы, совершенствуются нормы закона. Все это направлено на снижение преступности. Так, по данным Управления полиции города, с начала текущего года уровень преступности в семье снизился на 10%. О работе местной полицейской службы в своем интервью нашему телеканалу рассказал руководитель Управления полиции города Шалкар Кунанбаев. Начало трудовой деятельности руководителя управления полиции семьи Шалкара Кунанбаева совпало с первыми годами независимости Казахстана. За плечами 29 лет службы в органах внутренних дел. По его словам, нынешнее развитие правоохранительной сферы несопоставимо с первыми годами независимости. Если раньше информационная система велась в бумажном виде, то сегодня большая часть этого процесса переведена в электронный формат. Кроме того, на высоком уровне находится оснащенность материально-технической базы, говорит Шалкар Кунанбаев. Наша нынешняя материально-техническая база ничем не уступает самым развитым странам мира. Мы сейчас находимся в центре оперативного управления. Он позволяет посредством видеонаблюдения контролировать основные перекрестки в нашем городе, а также общественные места. За годы независимости по инициативе Елбасы было проведено множество реформ с целью максимального развития сферы и формирования правовой культуры. Совершенствование норм законодательства, информационно-технологической системы позволило снизить количество нарушений, отмечает глава управления. По итогам первого квартала текущего года в городе Семей зарегистрировано 1285 преступлений. Это на 10% ниже, чем в прошлом году. То есть в прошлом году было зарегистрировано 1414 преступлений. В том числе на 7% сократилось количество особо тяжких преступлений. Тяжких преступлений стало меньше на 40%. Исходя из этих данных, можно сказать, что криминогенная ситуация в нашем городе стабильная. Работник полиции должен вершить правосудие и предотвращать нарушения прав человека. Их задача сегодня – стать узнаваемыми для народа, защищать его права. С этой целью реализуется принцип приближенной полиции. Наша основная цель – реализация этих принципов. Это значит, что каждое обращение, которое поступает к нам, должно быть своевременно и справедливо рассмотрено. И по каждому обращению должны быть даны конкретные ответы. Мы в полной мере работаем по этому принципу. Надеемся, что в будущем это повысит имидж полиции и приведет к повышению доверия населения к полиции. По словам Шалкара Кунанбаева, общественный порядок всегда в центре внимания сотрудников правоохранительных органов. С момента обретения суверенитета отечественная правоохранительная система многократно подвергалась многочисленным реформам. До сих пор продолжается совершенствование норм закона. Все это направлено не только на снижение преступности, но и повышение уровня доверия граждан к полиции. Сауле Байгалиева, Бердибек Харымбай, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».